Всем привет, с вами Роман. Продолжаем прохождение второй Виктории. У нас началась очередная колониальная бойня, куда у нас Англия с Францией влезли. Так, вспомнить бы, что тут я учудил в прошлый раз. Вот это вот как тут война была, серия. Там 20 минут где-то было. Так их серию не включил, потому что у нас сильно уж игра подвисала. Остановитесь, чуток. Так, нам коммуняки. Нет, тут белая армия, там коммуняки восстали, да? Как говорят. Или... А, то есть тут эти восстали, а там эти. И они встретиться друг с другом не могут. Зашибись. Опять союзника потеряем. Кстати, насчет Турции. А, влияние у нас идет. Да, влияние идет, это хорошо. Мы ее можем к войне призывать, было бы хорошо. Вероятно. Давайте сохранимся на всякий случай. Уж они бы не помешали. Так, призывать. Ну и... Ага. Военный союз действует. Отлично. Так, Иберия. А на кого нам пока очки бросить? Аргентина. Вот она. В сфере США. На нее, значит, бросим. И отношения надо улучшать. Выбить, по крайней мере, из сферы США. Так. Так, что у нас тут происходит? Так, объедините вас всех. Стоять. Всех объединим. Там. Так, тут эти сами справятся. Поэтому вот так и как-то вот так. Так. Значит, вот этих вот сюда. Ты у нас объединись. Объединись. Так. Сюда. И новые армии надо создать. Гвардия. И я и... Ох ты, сколько вас много. Подгодятся сейчас. Так. Значит, сейчас нам надо с ними разобраться. Они из войны выйдут. Там уж Англия с Францией сами виноваты. Лишаться с части своих колоний по-любому. Так. Главное ничего не упустить. Угу. Так, тут все идет по плану. Вот здесь. Ой, как же вас покоцало, пока мы их останавливали. Так. Поводы войны. Демонтаж крепостей против империи Моголов. Опять они все с моголами там терки устраивают. Не имется-то. Вечно куда-то вылазит. А у них... Вот если они не в союзе с Францией, а каким боком они влезли в войну, мне интересно. Может, у них хорошие отношения были... Так, с кем-то моим, с Колумбией, да? С Колумбией, поэтому они... Ползли туда, зараза. Так. Угу. Отлично. И просто замечательно. Так. Ага. Все правильно. Так. Угу. Думаю, вас уже можно разъединить. Ух ты. Сходские националисты. Ну-ка.
Скотский, новый скотский националисты. Выделим их. Так, потом. Пару пушек и вот так вот. Надо возвращать себе все это дело. Там же еще английские есть территории. Так. Пум-пум-пум-пум. Продолжаем идти дальше. Стоять. Нет. Нет, 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 нет. Так. И вот так. Девид. Давид. Девид. Давид. Ох ты, идите налево. Сколько же там у вас собралось-то? Ну так, хорошо вовремя заметил. Так. Там без тебя справиться. Ты лучше вот сюда подойди. Вот так вот, да. Больше пользы будет. А что у нас карта-то свернулась? Понятно. Когда страна преобразовалась, по ходу план удалился. А я этого и не заметил. Ну ладно, мы так примерно же знаем, что нам нужно. Так. Продвигаемся потихоньку. Так, ага. Механизация шахт. Что-то у меня мышка дергается. Ну-ка. Ага, вот так нормально. Здравоохранение. Забабашим на максимум. И эти войны что-то втянулись. Хотя я их, по-моему, не призывал. Да тоже что-то не поделили с французишками. Ну это самое, вот сюда иди. Так. Бум-бум-бум. Ну, точно наши французские колонии под боком, чем мы сидим. Чтоб здесь нигде снова не выползли. Смотрим. Так. Сюда войска. Ладно, этот сам справится. Ты вот иди вот сюда. На флот пойдешь. Нет. Колумбия, сдавайся. Нет, они еще сопротивляются. Пока сопротивляются. Ну ладно. Дожмем потихоньку. Ух ты, они там армию создать хотят. Хрен бы вам. Ты продвигайся сюда. О, модификатор окапывания. Насколько? 2 из 2, да? Убить карантин вокруг региона. Чтоб вылечить всех. Так. Недовольство у нас падает. Да, это замечательно. Войска продвигаются. Так, так, так.
Резина появилась. Ты сколько у вас тут? Много-то. Так. Так, значит, сейчас мы с ними со всеми покончим. Так. Перебросить еще войска. И все, блин. Так. Ну-ка, иди-ка сюда. Вот так, места хватит для всех, по идее. Избирательная кампания как-то не вовремя она начинается во время войны. Ну да ладно. А что у нас тут пока посмотрим творится? Китай. Ну, пока без изменений, по-моему. Турция у нас в войну, да, вступила? Ага. Хорошо. Тут опять какие-то тюрки. А нет. Что-то Германия на них напала. И эти тоже. Что-то у нас... Эй, вы союз-то примите? Да. Да-да-да-да. Еще на вас повлияю, это хорошо. Так. Городская гвардия восстала. Ох, что тут творится? Иди твой налево. Там сфера США уже. Туда придется вгрызаться потом. Так. Взял часть народу. Ух, иди твой налево, мне тоже смотреть неохота. Так. Взял народ. И вот, кстати, их вассалы не воюют, да? И сюда летим. Так. Ну, хоть как-то полегче они своих вассалов не втянули. И те, где он, ну, помню, кто у них в сфере находится. Ага, мы можем повлиять на Аргентину. Все-таки она на нашей территории. Ну, пока война это... А, она с территории еще. Учить мнение нас. Ну, по крайней мере, сферы США пока их выдернем. Потому что них в войне не поддержат. У них там свои проблемы выше крыши. Так. Угу, тут все идет. Здесь. Идите-ка сюда. Так, это чье? О, ничье. Сьерра Леона. После войны. Протекторат. У нас ничего станет нашим. Так. Угу. Давайте-ка вот сюда идите. И вот сюда. Вот сюда. Где наши кораблики еще не приплыли? Подождем пока. Где ты? Оранжевая республика. Так. Тут у них восстание на всю катушку движется. Во. Выиграли. Где выиграли? Блин, опять мышка прыгает. Сволочь. Ага, вот здесь выиграли. Это хорошо. Так, что мы там выиграли? Так, где там? Ага, вот. Так. А вот ты. Вот. Порт захвати.
остальные войска сюда. Кстати, у нас сейчас, по идее, французская метрополия ничем не защищена, правильно? Нет, чем-то защищена, но основные силы тут вот трутся. Рядом с Италией, Германией. Южно-германский союз. Отлично. Я хоть буду смотреть, что там у вас на границах происходит. Ого! Это наш шанс разобраться с Францией раз и навсегда. Уничтожить их нафиг на корню. Стереть в пыль. И растоптать. Так. Пум-пум-пум-пум. Вот. Итак. Тут начинаете английскую территорию забирать. И нам же надо вот здесь посмотреть, что происходит. Ну, сволочи, вы же сдадитесь уже, а? Чтоб мне не отвлекаться. Походу, еще держится. Да. Ну, ладно. Подождем. Мы не гордые. Где-то наш флот ползает. Угу. Так. Пока войска вот сюда подтяните, чтобы с этим разобраться. Со Сьеррой в Леоне. Война либерализма, Сьерра Леона угрожает. Так, и нам это бесчестие надо сбросить по-любому. Так, и продолжим. Войска, которые есть. Угу. Перебрасываем их на восток. Туда, где они потом пригодятся. Так. Флот прибыл. Ой ты, идите колотить, а? Сволочи. Приползли. Разберися. А вы на борт. Добро пожаловать на круизный лайнер. Бразилия, Франция, с последующими туристическими экскурсиями по Парижу, с посещением Букингемского дворца. Угу. Так, вы еще скажите, что вы сейчас не победите. Ага, не отступили. Там-там-там-там-там. Бог не существует. Нам бы флот уже более-менее бы проучил бы. Ага. Невозможно пока. Почему? У нас не изучено это дело. Вот так. А, теперь надо аккуратно. Почти незаметно. Прибыть вот сюда. Так, еще не все. Вот что. Блин, я что с вами? Погоняшки буду сейчас играть по свету. Хоть их, надеюсь, с первого раза прибьют, чтобы потом еще с отступающими силами не гоняться. Помните, что у нас было до этого, какое он мочило его, можно сказать. Африка в крови захлебнулась. Так. Сейчас они пока отвлечены там. Ай, ну вот, видите? И куда ты идешь? Вот сюда. Сейчас им там как бы особо не до нас. Там у них свои тетки более древние. Мы-то не так давно начали с ними припираться. Там они, по-моему, за что не воюют, кстати. Там, по-моему, только Лизасса от Оренгей. Спорный вопрос. Да, наверное, все-таки из-за него. Спорный вопрос. Их спорный вопрос. Где наши корабли? Отлично. Проплыли. Замечательно. Давай быстрее, пока не поймали. Вот так.
присоединили. Прекрасно. И рабство-то даже знали. Корабли обратненько. Но у нас какое-то решение доступно. А, строительство Панамского канала можно начать. Да, начнем. Однозначно надо строить Панамский канал. А, ага, идут туда. У нас повод войны создался, нет? С вот этими. В Сьерра-Леоне нет еще. Пока еще нет. Да. Дайте-ка. Мы нашу армию объединим. Так будет безопаснее. Вас тоже надо объединить. Угу. Мы с этими колониями почти разобрались. Так. Тут уж все обречено. Угу. И не забываем, что у нас здесь еще войска стоят. А, они еще ничего не добились. Так, победа. Теперь. Ага, вот сюда. Их придется вам помочь хотя бы часть их выбить, чтобы они потом не мешали продвижению наших войск. Так. Да и подкрепление надо. Нам сюда же перебрасывать. А если они нам потом... Ай, право доступа не дадут восставшие. Что нам делать? Кстати, где наш флот? Ага, идет. Смотрите, вот у этой страны небольшой 44 корабля. Откуда столько? Квантовая теория. Либералы победили на выборах. Дождь, набрать воду на вращение ферм. Так. Или воды достать. Так. Ага, так. И либералы победили. Латиноамериканская империя. Да что ж так прыгает мышка-то? Вот так. И что за партия у нас сейчас? Либеральный альянс. Вообще не дает ничего на фабрике действовать. Скоты. Так, ладно. Пока наши корабли бороздят просторы бескрайнего океана. А в чем мы не можем-то влиять дальше на Аргентину? А? Так, вроде накапливается, дискредитируем. Не можем мы США дискредитировать. Зато Британию пошлем далеко и надолго. Так, далеко и надолго. Так, 22 дня. А что это столько минусов-то? Ох ты, нифига, они освободить хотят. Вон там, а мы еще почему-то в минусе, а? Антимилитаризм, всеобщие права, военные усталости. Ну, военная усталость-то понятно. Страна, конечно, устала, но откуда антимилитаризм взялся? Так. Вот. Продолжаем движение. Вот так, значит. Сюда иди. Вот сюда встань. А вы двое. Вот сюда подойдете. Угу.
Вот сюда. И вот здесь. Ну что? Где французская армия? Французская армия воюет. Там что, английская бегает? Но без подкреплений дальше соваться нельзя. Где наши подкрепления? Черт его знает, тут опять эти бегают. Ой, где там наша армия? Вот, и армия, и флот, куда он делся-то? Вот ты где? Вот ск... Хватили, хватили. Вот она идет. Надо будет потом его починить чуть-чуть. Так, участие масс в политике почти изучилось. Ага, нацприоритет у нас добавился. Вмешаемся когда-нибудь. Когда-нибудь, когда-нибудь. Вспомним это. Так, и это итог вспомним тоже. Личная преступность. Так, плотность населения. Вот, значит, тут у нас будет солдаты создаваться. Вы на корабли садитесь. И плывем смотреть Европу. Так, вступили в бой, это вот здесь. Когда ж вас добьют уже, сволочи? Чё вам тут надо вас уже... Из Северной Америки выкинули, вы в Южную полезли. Так, организация флота. И скорость восстановления организации. Чупакабры недоделаны. Италия. Ну, друзья. Италия учит мнение нас. Радушная. Замечательно. США у нас тоже, что ли, в Союзе сидят? Ага. А что-то нам раньше писали, что больше двух стран великих союз нельзя. А это великая страна. А, может, с изучением новых каких-то технологий ограничения снимаются? Экран какая-то еще. Оттягута. Продвигаемся. Посмотрим, почему у нас такой минус-то страшный. Прям смотреть, аж на него нельзя. Так, вот сюда, 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 и вот так. По идее, это у нас плюс должен быть. Франция-то серьезно пострадала, правильно? Где там? Все эти вот на корабли вас отправлю, сели, да? Едьте давайте вот сюда, потому что отправлять вас сейчас туда будет то еще удовольствие. Где-то там у них армии бродят, которые выбивают потихоньку немцев оттуда. Бабах! Взрывные работы. Ага, создал все обоснование. И теперь, почему минус? Битвы. Битвы минус. Битвы. Да по идее уже все битвы должны списаться давно. Сьерра-Леоне, объявить войну. Вот так-то. Нужна будет им помощь, нет? Нет, помощи не нужна. И так справится. Вы сюда идите. Фалабу. Даже если они туда отступят. Вряд ли они уже что-то сделают. Так, нацизм. А, нагинизм. И воля. Понятненько. Ага, массовые выступления. Вот только еще вас не хватало с вашими массовыми выступлениями. Культура, коммерция, вот, а, армия. Армия важнее. Пулеметы поставим. Так, вот сюда.
еще не прибыли, да? Ваш мир наступил. Закрытие посольства. Вот сволочи. Я вам устрою. Так, гражданские беспорядки. Так. А тут еще не закончили. Ладно. Иди вот сюда. Тут-то вроде уже разобрались со всем. Партия «Авангард». Опять коммунистам прирост. Прирост. И наш флот. Вот он. Взяли, высадили и обратно. Так. Угу. И теперь мы можем начать выдвигаться к французским границам. Так, крепость. Крепость. Крепость, ах, нифига себе, аж третьего уровня. Германия из войны вышла. Развить французскую армию вот здесь. Это будет очень хорошо. Нам до Турина еще добраться надо. И придется походу идти, как бы так сказать, разными маршрутами, чтобы не потерять народ. Так. Передвигайтесь давайте. А что у нас тут-то? Пока ничего. Англия теряет регион за регионом. Ну, пока провинция за провинцией. Но регион тоже скоро потеряет. Французская Африка. Для французов уже почти потеряна. Так. Не забываем смотреть счет. Счет минус 10. Да какие битвы-то? Минус, мы ж побеждаем. Турция. Да нет. Все нормально. О каких битвах речь-то идет, а? Вы что там гоните-то? О каких битвах идет речь? Давайте все туда. Французскую армию надо расконтрапупить. Пока она там еще в более-менее слабом состоянии. Ну-ка. Ни хрена тут у них крепости уже такие. Такие на танки ты не возьмешь штурмом. Давайте, сволочи. Победа. А у нас почему-то минус пишется, а? Ну, этих-то плюс. От Англии почему-то минус. Хотя мы ж ни хрена им не проигрываем. Опять мышка скачет. Так. А ну-ка, идти стоять, сволочи. Мы наоборот даже тут их оккупировали где-то, возможно. Что-то как-то странно вообще. Нам бы сообщение тогда пришло, что мы проиграли. Вот еще в пути. Угу. Так. Для успешной победы в войне нам надо именно метрополию разнести. От захвата колонии особо много того не получим. Давайте, жалкие французишки. Проигрывайте. Присоединение, да. Так. Оккупация идет. Все просто прекрасно.
Так. Все просто замечательно. Я думаю, на этом, наверное, серию закончу. Да. В следующий продолжим Францию нагибать. Так, вот у них тут восстание немного. Ну ладно, справятся сами. Тоже всем пока.